Отбивка косы. Дубль 2. Немного надо подправить ее. Дня два назад отбил ее. И не очень она косит. Есть огрехи. Немного не оттянул края. Сейчас буду править. Инструмент тот же самый. Молоток жесткий, с короткой ручкой. Советский. 60 копеек. Так. Бабка с напильника. Рашпили. Колода. Земля. Скамейка. Начинаем. Подправлять будем. Усесться надо нормально, чтобы коса четко легла на бабку. И вот таким образом. Вот такой хват. Внутренней стороной коса идет на бабку. Я буду сейчас жало оттягивать уже. Потому что я ее в основном прошел, но немного жало, немного не очень хорошо выведено было. Есть там недоделки. Вот. Жало ставим по центру бабки. Ровно. И погнали легкими, резкими ударами. Пошли отбивать косу. По чуть-чуть вот так вот ее легенько бьешь. Вот, и отбираем ее понемногу. Удары наносить в центр бабки. В самый центр. Там макушка бабки. По ней надо удар наносить. Эта макушка где-то миллиметров 7, не больше. Ну, до сантиметра. Вот по ней надо бить. Потому что бабка округлая немного. То есть удары наносим. По центру. В одно место. Подвигаем по чуть-чуть. В этот раз быстрее сделаем, потому что она у меня уже почти отбитая была. Отправляем косу. Коса у меня мягкая, не жесткая коса. Говорят, что жесткая лучше, но мне тут на даче для буреинов она пойдет и такая.
Можно молоток чуть-чуть намочить. Но для моей мягкой косы это не страшно. Это если косы перекаленные, то надо мочить. Стараемся жало пускать по центру бабки. Когда она оттянется нормально. Я уже вижу, в прошлый раз недоклепанная была. Вот. Можно с оттяжкой чуть-чуть бить. Уже лучше. Косу ставим параллельно бабке. Строго параллельно. То есть по ней. Косу удерживаем на коленях и хват делаем вот так, как я вам показал, упираясь в бабку, тогда коса стоит четко. Не надо никаких приспособлений специальных, я смотрел, делают и гвозди вбивают.
Здесь приспособление делают, чтобы коза не ходила. Ну, я считаю, что это лишнее. Вот на коленях. Коленями регулируешь высоту, чтобы она легла на бабку. И все. Насчет бабки. Бабка вот здесь с краю убита у меня. Для чего? Казалось бы, по центру было бы удобнее. Да, было бы, возможно, удобнее. Но у меня острая бабка. И коса идет на бабку внутренней стороной. То есть, если я поставлю по центру, то у меня коса не ляжет на бабку. Пятка не даст. Поэтому вот приходится так, с края убивать. Бьем легко, но резко. Можно немного оттянуть. Садиться можно по-разному, кому как удобно. В один проход буду делать. Мягкая коса не трескается. Вот уже бью. Она не трескается. Ну, говорят, что сухие косы жесткие. Лучше косят. Но мне этой хватит. Зато трещин нет.
можно немного повернуть колоду, чтобы удобнее было бить. Коса меняет угол. Вот. Так удобнее уже. Почему короткая ручка у молотка должна быть? Длинная будет мешать. Потому что бабка рядом. И удар должен быть не слишком сильный. Короткая ручка не даст ударить сильно. То есть косу можно сберечь, чтобы не треснуло. Коротенькой ручкой. Так, тут уже нормально было выведено, можно захват клепки где-то миллиметра 3-4, смотря для каких целей. Мне для бурьянов сильно ее отклепывать не надо, сильно широко. Тем более она мягкая. Или метра 3 вот у меня идет где-то кромка режущая.
Насчет носика. Некоторые говорят, не надо его клепать, некоторые говорят, надо. Но я чуть-чуть, где-то сантиметра полтора до двух оставил. Остальное буду заклепывать. Так, проверяем косу. Немного погнулась в некоторых местах. Можно поставить на колоду и немного ее подровнять. Вот. Вот так. О, ровненькая стала. Прямо на колоду на край. Кладем и выравниваем ее. Носик чуть-чуть загнутый должен быть. Кверху. Чтоб в землю не втыкался. Уже лучше. Прямо на колоду ставим и немного ее подравниваем. Угу. Нормально. Так, смотрим, что тут у нас. Хорошо отбитая коса, может без заточки уже сразу же косить. Пойдет нормально. Сейчас посмотрим вблизи, что тут у нас. Вот таким образом отбилась коса.
Может, где-то есть какие-то огрехи. Можно бруском их подровнять. Коса та же самая, семерка. Вот с внешней стороны расклепка. Так, фокус ушел, да? Вот так, сейчас посмотрим. Кончик. Все. Будем косить бурьян. Сыро у нас. Очень сыро еще. Очень-очень сыро у нас. Вишня зацвела. И груша зацвела. Вон она. Так, все. Всем пока.